Всем привет, друзья! Итак, бывают такие ситуации, когда нужно открутить что-то в не очень удобном месте, то есть какой-то именно шуруп, который находится в таком месте, в котором обычной отверткой не подлезешь. Нужна отвертка с короткой ручкой, но, к сожалению, допустим, у вас ее нет. Так как же выйти из положения, когда нужно что-то срочно открутить в том месте, куда обычной отверткой не подлезть? А сейчас я вам расскажу про способ, который, в принципе, я думаю, возможно, вы и знаете. Итак, для того, чтобы нам смастерить короткую, можно сказать, отвертку из подручных средств, которые, я думаю, у каждого найдутся в багажнике. В общем, понадобится парочка вот таких вот бит. То есть, соответственно, бита, которая вам нужна, допустим, винт под крестообразную отвертку и так далее. Вот такая вот бита. И вторая, уже неважно какая, лишь бы она была одинаковая вот в этом вот размере. Итак, далее нам понадобится болт. Я думаю, найдется у каждого в багажнике или дома. Соответственно, гайка к нему и две шайбы. Все, вот он набор для того, чтобы вам сделать такую, можно сказать, мини-отверточку. Я думаю, вы уже догадались, в чем смысл. На всякий случай, вдруг кто-то еще не знает, возможно, это пригодится. В общем, берем две шайбочки, вот так вот надеваем. Главное, чтобы шайбы не проскакивали. Берем гайку, закручиваем гайку. Вот так вот примерно достаточно. Думаю, дальше вы поняли, в чем смысл. Вставляете сюда биту. Вставляете сюда вторую биту. Желательно, чтобы та бита, которая будет у вас нерабочей, была под углом 90 градусов к бите, которой вы будете работать, то есть крутить ваш шуруп или винт, потому что это вам создаст более удобный хват для руки. Ну, так вот немножечко прихватываете, чтобы они у вас не шевелились. Так, ребят, значит, вот такая вот штука у нас должна получиться. То есть, как видите, у нас вот эта вот бита стоит под углом 90 градусов. Это, в принципе, не обязательно, но просто, например, мне так удобно, допустим, крутить, когда есть во что упереться, скажем так. Итак, значит, далее, ребят, я думаю, у вас найдется в багажнике или дома ключики под это все дело. Или хотя бы ключи, пассатижи, чтобы здесь немножко подержать. Я, например, сейчас возьму вот такой вот ключик, просто мне, чтобы для удобства и побыстрее это все сделать, показать. Потому что я думаю, в принципе, сам смысл понятен. Я немножечко подтяну. В общем, мы вот так вот затянули, и у нас получилась вот такая вот нехитрая конструкция. Держится, в принципе, достаточно сильно. Значит, а теперь небольшой тест-драйв. Берем вот такой вот саморез, берем нашу супер-отвертку, и пытаемся закрутить, точнее, не пытаемся, закручиваем саморез вот в этот вот деревянный брус. Так. И, как видите, спокойно, даже очень удобно закручиваем. Значит, вот этот момент, про который я сейчас говорил, почему я поставил именно биту вот сюда, вот под 90 градусов, очень удобно закручивать. То есть вы ставите, вот эта часть, вот эта бита упирается в палец, и очень удобно закручивать. Теперь выкручиваем. Ну, естественно, вот такую вот отвертку мы сделали не для того, чтобы закручивать саморезы, а для того, чтобы выкручивать какие-либо шурупы или винты в труднодоступных местах, куда обычной отверткой не подлезть. Итак, всем спасибо за внимание, всем хорошего настроения, всем пока!